Ход строительства общеобразовательной школы на 1500 мест в поселке Боброво проверил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. На площадке работает более 150 человек, а общеготовное сейчас составляет почти 80%. Лифты готовы. Лифты готовы, да. Стяжки все готовы. То есть стяжки осталось линолеум. Да? Осталось, да, линолеум положить. В принципе, двери, линолеум. В школе рядом учатся более 3000 учеников в две смены. После открытия нового образовательного учреждения можно будет полностью отказаться от второй смены. Когда уходит вторая смена, появляется возможность детям ходить на дополнительное образование, на дополнительные занятия, которые в рамках школы проводятся. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получит уже в августе. И в течение месяца состоится передача школы в муниципалитет. Директор подобран, персонал подобран, поэтому мы в сентябре будем ждать детей в этой школе. Помимо школы в ЖК «Восточное Бутово», здесь также строится детский сад на 325 мест, который будет готов в четвертом квартале этого года. Проверил глава округа и темпы строительных работ в общеобразовательной школе на 1100 мест в микрорайоне Купеленко. Вы уже много школ строите в Московской области, и все с опережением, да? Да. Возведение объекта завершено на 55%. Эта школа также позволит разгрузить соседнее общеобразовательное учреждение. Здесь, в этой школе, будет большой красивый актовый зал по новым стандартам уже, хороший спортивный зал. Очень важно, что здесь также будет IT-класс с хорошей техникой, с хорошим оборудованием, где наши дети смогут уже на совершенно другом уровне осваивать те или иные дисциплины. Окна школы будут выходить на благоустроенную набережную реки Купеленко. Завершение работ планируется летом следующего года. Наталья Буслаева, Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.